voz de la patria grande. Война на Украине, на юго-востоке Украины была начата украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году. Второе, конечно, мы видим, что западные страны предпринимают максимальные усилия для того, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя, стратегическое причем поражение. Делают для этого все, что в их силах. Мы прекрасно это видим. Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, на чем они воюют, и все, что используют, это все извне привносится. Ну так долго не навоюешь. А у нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. Действительно, потери у них очень большие, ну, примерно больше даже, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы получили ранение? Как это было? Мы находились в обороне, моя рота находилась в обороне, я находился на самой передовой линии, на позиции, на самой передней линии, дальней позиции. Получается, с рассветом еще и в туман начала работать артиллерия противника. Артиллерия противника работала. После чего пошли бронетехника противника. Ну, начался уже, соответственно, бой. И моя группа вот, она осталась в окружении. Получилось в окружении. Принял решение прорваться, где я занял противник, лесополос, выдвинулся туда с малой группой, получил пулевое ранение, был стрелковый бой. После этого я забрал оставшихся, кто со мной пошел, вернулся на позицию и... То есть ты раненый вернулся на позицию? Да, собрал раненых. И после чего принял решение, что нужно прорываться к... Voz de la Patria Grande.